Всем привет, народ! Меня зовут Александр, и это канал Жданов Плей. Сегодня снова у нас с вами Тапс. Вот. По программе у нас сегодня с вами Тапс. И это уровень династии, а именно лестница. Не знаю, при чем тут лестница, но при чем-то она тут явно какую-то роль должна играть. Итак, поехали. Давненько мы действительно с вами не играли в него. То у нас все с вами Outlast, да... Что-то там еще было. А, Dark Souls. Вот. А сегодня у нас Тапс. Я, если честно, чувствую тут какой-то подвох прям. Но... Типа... Блин, нет. А давай мы, знаешь, что сделаем с тобой? Мамонта они сразу же убьют. А, вот он, сука, в чем подвох. Я этих-то ниндз не заметил. И тех не заметил. А я думаю, а нафига мне выдали 4000? Я же эти баллисты сейчас просто сломаю тут. По одному выстрелу им, типа, сделаю все. Так, а с этими... Как его? С ниндзями? Пусть разбираются, но я не знаю. Они, что ли? Вот так вот, пусть они отсюда идут. Вот так вот, да. Нет, вот так. Пускай они отсюда идут. Я ниндзя-то не заметил. Серьезно, вы нахера так близко-то подъехали? По кому вы стрелять начали, вы? Понятно. Блин. А походу эти тут не особо так, да? Ну-ка, давай я их попробую поближе поставить. Серьезно, вы прикалываетесь? Вы не можете устоять? Давай вот так. Да. Ну и тупицы. Пусть одна, короче, так. Блин, я, честно, сейчас тогда не знаю. Кто их возьмет так просто? Тачанка, может, какая-нибудь? Кому вообще она стреляет? Да выстрели ты! По центру! По центру! Куда ты стреляешь? Зачем ты стреляешь туда? В центр. По машине. Понятно. Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы сделаем сейчас с тобой... Вот так. Пока чуть-чуть расслабимся. Пока расслабимся. Посмотрим, что у нас есть под водой. А под водой у нас ни хрена нету. Но тут где-то должен быть персонаж. Я уверен прям. Хотя навряд ли он нам сейчас чем-то поможет. Какую-то он роль навряд ли для нас сыграет. Но все-таки пускай будет у нас персонаж. Я его, кстати, не нашел. Может, на храме где-то, на самом верху? Нет? Вот. Ниндзя, да? Хорошо, сенсей. Да нет, какое очисти. А, надо... Вот, они так-то быстренько расправятся со всеми этими. Хорошо так-то. Эти уже полу... Пьяные. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, отлично. Ой, пиздец. Ладно. Тогда их надо как-то... Их надо, короче, по одному ставить. Самое лучшее, по одному их ставить. Вот так как-то. Вот так, вот. Чтоб машины за ними просто... Вот. Все. Вам осталось только... Хорошо. Последний.
Загрызите его. Ну? А чё, сразу же так нельзя было сделать? Так. Ну, хорошо. Тут у нас... Ага. Самурай и два палочника. То есть, что-то... То, что стреляющее, это, в принципе, бесполезно. Однако... Однако у нас есть эта штука. Эта штука должна их, в принципе, убить. Но... Что бы я сделал, на самом деле? Что бы я сделал? Король, я не знаю. Ну, давай попробуем короля. Может, он справится, серьезно. Почему нет? И три мечника. Хорошо. Давай посмотрим, что получится. Это должна их сразу же убить. Вот. Вот. Как дела у короля? А у короля все хорошо. Да? Смотри, как он рубит. Его сейчас закидают просто этими иголками. Король! Подними голову! Тебя аж затыкают сейчас. Пиздец. А король-то оказался бесполезным. Стрельни, пожалуйста. Спасибо, бля. Хорошо. Хорошо. Король и Зевс. Как вам такой поворот? Король и Зевс. Король, не упади. Король, не падай. Король, не падай. Король, нет! Король! Бесполезный кусок. О, вон его туши, кстати, внизу. Далеко-далеко. Правильно, Зевс. Тебе придется всю грязную работу доделать за короля. Смотри, они просто к Зевсу не могут подойти. Зевс просто так кидает и все. А. Так а чё? В чем проблема? Ты кто? Верховный монах? Нет, я в такое мясо направил ярла. Однако. Можно же еще послать по одному Зевсу. Сюда. И сюда. А почему нет? А почему нет? Если уж они тащат, почему ими не пользуются? А, вот я тебя не увидел. Пиздец, Зевсу. А, это макака! Это макака? А. Я не увидел просто то, что там дракон. Дракон, да, это действительно проблема. На самом-то деле, это действительно сильная проблема. Я бы на самом деле прислал много вождей вот так вот. Может они что-то... Нет, эти идиоты сейчас провалятся в дырку, я уверен. Не, ну макаку-то они убили. Смотри, ярл исправляется. Но им повезло, что дракон по лестнице не умеет спускаться просто. Все, хорош. Ярл молодец. Ярл один стоит 10 воинов. В принципе. На, все. Все, победа, нет? Да? Ну, победа. Хорошо, идем дальше. Пока что все легко, кстати, проходит. Ну, средне, частично.
Как у меня, да? О, как хорошо. Но я никого не вижу на самом деле, помимо вот этой армии. Кстати, тут может быть что-то полезное для нас. Но где бы я на месте создателя игры спрятал персонажа, если бы я создавал игру? Я бы спрятал в каком-нибудь лесу. Я бы спрятал на деревьях. Хотя нет, на деревьях глупо, потому что в прошлом уровне там тоже было все сверху. Поэтому я спрятал бы в каких-нибудь щелях. Ну, я бы так сделал, наверное. Не знаю, как он сделает. Ну, мы сейчас найдем персонажа, почему бы нет. Вот щель. Да, а прикинь, если я вот здесь, ну, вот говорю, типа, это глупо на деревьях прятать, а она на самом деле на дереве просто спрятан. Так хорошо, что сливается с окружением. В принципе. Так, хорошо. Ну, мы сейчас посмотрим. Так. Но я на деревьях ничего не вижу. Ты видишь чем-нибудь? А я нет. Если бы было так все просто. Почему нельзя дать сразу же персонажа? Зачем вот это вот? Ищи. Что-то тут каких персонажей. Открой ты всех. И выдавай просто определенно. Зачем что-то искать? Ты тратишь на это время. Ну, это серьезно, это ни к чему, мне кажется. Типа, ну ты можешь, типа, и потратиться целый час на поиски одного лишь персонажа. А не найдешь, так забьешь, как я сейчас, походу, забью. Но я ничего не нашел. Ну и хрен-то с ним. Ладно. Что бы тут можно было бы сделать? На самом деле, тут метатели копий и этот метатели камней. Можно, допустим, сделать хвачу. А можно сделать вот так просто. Давай посмотрим, если что получится. Ну, допустим, мы убили пару лучников, но... А толк? Все? Все? Что ты сделаешь, один копейщик? Ты даже копьем не можешь попасть. Уи, полетел. Блять, охуенно. Четкий персонаж на самом деле. Так, хорошо. А что нам мешает то же самое провернуть и тут? Мы сейчас и этих вождей закидаем просто. Только вот надо было. Типа, да, вожди нам ни хрена не сделать. А, нет, сделал. Надо было просто несколько линий сделать и все. Ну, правильно. Добавить вот тут вот так вот, вот тут вот так вот, вот тут вот так вот, вот так вот, вот, и все. Чтоб они сразу же в одного не стреляли. Вот, вот. Потому что если они подойдут вплотную, все, лучник ничего не может сделать. Зачем вы стреляете по трупу? Попади. Ёб твою мать. Это все, пиздец. Так, хорошо. Это не настолько эффективно, как я думал. Но будет ли это эффективно, к примеру? Серьезно, в чем проблема? Я вот так все сделаю. 4 ниндзя. Они закидать, в принципе, должны. Да, конечно, должны. Ой, понятно. Значит, тут надо вот так просто делаем. А эти на отвлекающий маневр. Пускай идут. Ну, один лучник. Мы ж хреново подорвем своих. Ну, что делать? Главное, чтобы он сейчас не промазал. Если не промажет, все, пиздец. Перехватываем управление на себя. Кстати,
превьюшка прикольная. Наверное. Бля. Типа, они шли как истинные войны, но умерли как глупцы. Это мы проходили, это мы все знаем. Так просто делаем. Трех-то нам достаточно будет. Да думаю, да. Лишку дождали. Ребята, лишка. Три против трех, по-моему, все честно. Блин, а превьюха-то прикольная. Вот так как-нибудь. Да? Наверное. Ну, не знаю, может, и не буду ставить эту превьюху. А вот тут вот уже, да, жестоко. Но! Можно же сделать вот так. Два. Вот так вот сделать. Хорошо. А на своих тоже огонь действует? Я почему вначале выставил людей с мечами? Самураев. Они бы отвлекли на себя вот это вот... Где ты там, чудак с посохом? В общем, который подкапывает через землю. Они бы его сразу же уничтожили и все. Ну. Блять, нет, этот. Да по мамонту стреляешь, что ты делаешь? И так сойдет, в принципе. Но почему они не могут стрелять, вот вам дана цель, вот не хватает тут, знаешь что, я понимаю, что это симулятор боя, все дела, они сами принимают решение, в кого им стрелять. Но, я одного не понимаю. Ну почему вы не можете, типа, вот я вам дам команду, вот стреляй в него. Ну, стреляй. Мне нужно, чтобы ты стрелял конкретно в этого человека, персонажа. Чем ты стреляешь по кому-то другому? Все. Ну нет, этим-то не одолеть, наверное, карлика. Стрельни. Бля, вот это вот поинтереснее уже что-то превьюшечка. Даже не знаю, как ее назвать. Но что-то прикольное. Что-то прикольное, может, так и назовем. Что-то прикольное. Конечно. Ой, тут этот с воронами. Но у нас есть мартышка, а мартышка может раскидать, так-то может их всех нет. Их две. В чем проблема? Их три. Все. Ты точно король? Ты тоже неплохая. Да блин, много неплохих на самом деле превьюшек. А зачем мудрить какую-то новую тактику, когда можно пользоваться просто старой рабочей? Ну? Ну? А я тебе про что? Чё это за... За фиолетовый круг. Серьезно, зачем что-то новое мудрить? Раз, два, три, четыре, пять. Все. Все. Вот, вот, все. Больше ничего не требуется. Все, жгите и все их. И пофиг на эти тачки, пофиг на них всех. Они нам ничего не сделают, мы их просто сожгем. У нас просто армада огнеметов. Это прямо этот... Гидра какая-то. Ходячая гидра. Которая просто всех... Все и вся убивает на своем пути. Ой, ребят, ну вороны бесполезны. Серьезно, вы просто удалили?
я не понимаю. Но, по-моему, уровни стали намного проще. Ладно, это сработает. Ты посмотри! Я просто великий тактик. Посмотри просто. Рыцаря снесли за пару секунд. Кстати, тут что-нибудь было? А мы что-то не ищем, даже персонажей никаких. Хотя, наверное, стоило бы хоть что-нибудь найти. Кстати, я вот не вижу. О! Ебать, они под топор могут маскироваться. Вот это вот жестко. Палач. Вот это прикольно. Палач тема, наверное, прикольная. Ой! Ой! Ребята, что такое? Вы взяли лучников. А нам-то по барабану. Не по барабану? Я думал, они полностью контрят луки. Ой, Барт, я б бежал на твоем месте. А вот это вот уже интереснее. Ты его убил, нет? Я его убил. Блять. Так. А вот это серьезное заявление. Я на самом деле сейчас даже не знаю. Можно послать вот так, они на них сагрятся. А дальше нам нужны те, кто быстренько пробегут. Но их нельзя ставить как бы в одну линию. Быстрее! 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 Пока они заряжают, это долго. Хорошо. Хорошо, все, пиздец. До свидули, катапульт. Зарубили. Бля, день самурая. Серьезно, день самурая. День самурая и дракона. Так, это чё? А чё такое? А чё такое, ребята? Боитесь, что вас сейчас сожгут всех? Правильно, бойтесь. Против драконов без... бесполезны все. А если дракона одолели, то выйдут пассажиры с дракона. И просто вас всех расфигачат. Ну, правильно. Вы по своим стреляют тоже. Не беда. Вот это уже жестко. Давай, да куда, не за теми бегите, не надо туда. Кстати, что-то есть? Я бы так-то сюда спрятал. Ну, пиздец, по ним сейчас одна катапульта выстрелит просто и все. Все, пиздец. Куда побежали, черт его знает. Да. А вы придурки. Просто что-то пошло не по плану. Можно вот так, так-то их разделить, да? Почему нет? Эти сейчас пойдут за... Так они все пошли! Вот не туда вы идете. Он сам отражать будет? Блять. Погоди, дай другого. Вот!
Все, помер. Так, хорошо. Лучники идиот. Ой, эти мечники это идиоты. Это стадо идиотов. Я их очень хорошо понял. Надо, значит, сначала избавиться от проблемы с бардами, потому что барды убегают, и лучники-идиоты преследуют не тех, кого надо было бы. Вот. А вот теперь по катапульте попадите, и все. Ну вот, так бы сразу же, ребят. Все. У вас остался один бесполезный бард. Ты живой? Бля, какая красота. Вы нахера по своим стреляете? Бля, вот это... О, огонь прям вообще чётенько. Да? Вот так, бля. Вот так вот. Красивый превьюх. Мне тоже понравилось. Так. Тут король. На самом деле, можно вот так сделать. А вот сюда вот так вот. И пускай эти короли летают. Черт с ним. Все, один полетел, смотрите. Ну, посмотри просто. Так, так, так. Не, он не доходит, он не доходит. Не дойдет. Бля, вы хоть одного короля убьете? Не, ну тут лучник боролся как мог, на самом деле. Он даже долго продержался. Ой, тут три короля еще. Да, ребят, вам пиздец. Вы хоть одного убьете? Вот мне просто интересно. То есть у них еще очень много здоровья, да? Зачем королю такой здоровый меч? Это же неудобно. Давай тогда оставим по два лучника. Я поставил просто вот тут хвачи. А вот тут мечников. Ну, даже двух хвач достаточно. А мечники пускай развлекают, в принципе. Вот это плохо. Так, хотя три короля выстраиваются. Ой, так мы, смотри, мы их порвали уже. Как поражение? То есть нам хватит, просто надо подальше поставить. Так, так. От этих избавиться. От этих тоже можно избавиться. Поставить. Блять, я не могу. А, могу. Могу. Вот так. Ха, это читерство, конечно. Наверное. Нет, ну дракон-то погиб, это понятно. Осталось две хвачи. Одно попадание. Одно попадание по одному королю, а тех добьем. Ой, ну все. Все, они отвлеклись на наживку. Ой, а вот это ты... Ой, вот это прям чётенько. Это мне даже больше нравится, на самом деле. Ракурс. Что ж, писец. Хотя... Если сделать вот такой ракурс... Типа, он сражался как король за свое королевство. Но... Но пока больше не придумал. Ну ладно. Ладно. Это, конечно, прикольно. Нет, ну а почему нет? Если этот план работает, то почему им не пользоваться до конца?
Секунду. А нафига вот? Так. А сверху можно лучников. Да, враги дела говорят. Поставь лучников просто и все. Вот так, вот так. На здание. Вот сюда. Чтоб не мешали друг другу. Не туда, стой, ты куда падаешь? Ладно. А там эти со змеями, пускай хоть обстреляются. Двух драконов им все равно не одолеть. Нет, я бы... Ну а почему? Ой, а вот это вот плохо, конечно. Тут минотавры есть. И там есть минотавры. Но они не ожидают, что есть еще и похвачи. Похвачи есть. Похвачи. Вот так. Так, а там я смотрю, минотавр-то всех разгрыз. Понятно. Хвачи не туда. Хвачи вот сюда. Вот сюда. И пускай они минотавра сначала на себя приманят. А потом все сделают, конечно же, у нас драконы наши. Всё. Кстати, а чё, хвачи бы хватило, что ли? Просто в мою смену не умирает ни один воин. Ну. Это узкое, понимаешь, пространство. Тут самое лучшее применять как раз вот таких персонажей. Потому что юнитов, да. Ну, юнит, персонаж, какая разница. Потому что... Зачем каких-то толпу воинов делать, когда достаточно три воина, которые сделают за тебя все. Даже Зевс не справится с ними. Все. Все, Зевс. Зевс. Зевс, ты живой? Нет, Зевс, ты, по-моему, сгорел. Зевса охватило пламя. Пламя одного лишь дракона. Зевс не справился с драконом. Ну и какой-то после этого бог. Так, вот это, конечно, жестко. Опять не вижу смысла что-то выдумывать. Одна эта катапульта не убьет. Так, убила. Но пока она перезаряжается, драконы выполняют свое дело, потому что они драконы, истинные мастера. Они знают свое дело. Кстати, еще персонаж так быстро начнется. Вот, вот это еще более-менее видно. Наставник. Лёх, какой охуенный наставник. По шее мечом сразу же рубит. Не сдерживается. Кстати, можно опять так же. Хоп, хоп, хоп. Все. Все, чё выдумывают? Так, походу придется выдумать. Да нет, чё вы думаете, серьезно. Драконы их задушат просто. Они сожгли их просто в пух и в прах. Здорово. Чё? Чё за краб? Где? Чё спрятано? Есть чё спрятано? У тебя по-любому свитки чем-то и замотаны. Так. Давай тут персонажа. Если тут есть наставник, значит где-то должен быть и его ученик. Ну обычно, наверное, мне кажется, там хорошие персонажи прям такие. Здравые, потому что, ну... Плохих я вроде пока не видел. Вот кого мы не открывали, хотя мы ими не играли, они как-то... Оно? Не оно. Они как-то, мне кажется, получше. Они помощнее. Может, поэтому нужно, типа, искать персонажей. Но, блин, нам за них не дают играть. Поэтому я не вижу никакого, иногда никакого смысла в этих персонажах. Это может чисто для персонажей, как его. Там есть песочница, компания, типа, может для песочницы, типа, чтобы сам создал уровень, сам поиграл, или там кому-то еще дал поиграть. Ну, тогда да, какой-то смысл в этом есть. А так вообще никакого смысла я не вижу в этих персонажах, если нам не дают за наших же персонажей, которых мы открыли, играть. Кактус? Нет. Ну, и
Значит, ну нет, и значит, судьба такая. Черт-то с ним. Ребят, я бы вот не советовал. Вот тут есть парочка драконов. А вот этого я не ожидал. Кто ж знал, что у вас викинги? Хотя, по барабану. Кстати, дай я посмотрю, что у нас там выходит. Что-то, блин, время для меня как будто это то ли быстро идет, то ли чего. Так. А ничего, 35 минут. Давай еще один уровень сыграем, и как раз тогда можно будет закончить на этой доброй ноте. А завтра выпустим Dark Souls. Да? Давно не было Dark Souls. Почему нет? Нет, а чё, драконы прям, ну, они знают свое дело. Но дракона можно остановить только одним способом. Это его заморозить. Походу. А, нет, драконов не остановить. Какая, знаете, у нас сегодня с вами приятная нотка, а? Приятный прям конец. Сегодня так все быстро проходит. Столько мы уже сегодня прошли. Сколько персонажей нашли? 2, по-моему. Все. А через текстуру можно посмотреть, где находится что? Нет, не дадут нам такую возможность провернуть. Нет, ну тут надо где-то, может, под елками, блин, искать, я не знаю. Ну не знаю, если бы я прятал персонажа, я бы его спрятал под елками. Хотя кто-то говорит, что лучше, если хочешь какую-то вещь спрятать, прячь ее типа на видное место, тогда ее никто не найдет. Типа на самое ожидаемое место прячешь, ее никто не находит. По крайней мере, так говорят. Может, вот тут самое очевидное, в принципе, место. Под каждой елкой это, блядь, с ума сойдешь смотреть. Ну и черт с ним. Значит, не найдем этого персонажа. Значит, кто-нибудь другой найдет. Когда-нибудь, где-нибудь. Вот. А на этой приятной нотке мы с вами, дорогие друзья, заканчиваем. Вот. На самом деле, мы даже, наверное, уже пошли... Прошли вот эту вот кампанию. Наверное, да? Ну-ка, давай посмотрим. Ну, сколько там осталось по этой... О, стой, 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 стой. Сколько нам осталось по этой кампании проходить? Это у нас династия с вами идет. А, давайте закончим тогда династию-то, чё? Я-то думал, мы еще династию на следующее ставим. А нет. Ой! Там эти. Валькирии. Валькирии. Какие валькирии? Я не вижу ни одной валькирии. Нет, а чё их так просто выносишь и все? Либо денег мне уменьшаете, либо чё? Ну потому что я вот сейчас опять всех задушу. Мне ничего выдумывать прям не... А, ярлы! Ярлы это сурово. Так а мы их сейчас зажарим прям. Кунг-фу мастер. Понятное дело. Но тоже не, ничего так. Красиво. Блин, что не кадр, то превьюшка. Только не знаешь, как назвать. Вот. Видишь? Отлично. Компания династии. Вот так и назовем. Компания династии. Не знаю, как... Этот король сделал. Стойка, не знаю. Ладно, что придумать, что тебя тоже грузить. Ладно. На этой прекрасной ноте с окончанием династии мы и закончим. Поэтому не забывай подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. И до скорых встреч. Всем пока!